Всем привет-привет! Вы на канале у Даши. И сегодня мы будем открывать и пробовать вот такие конфеты. Jelly Beans, и конфеты называются Bean Boozled. Это конфеты с разными запахами и вкусами. Давайте посмотрим, что же там у нас внутри есть. Так, а в коробочке у нас находится вот такая рулетка. И разный ассортимент конфет, контейнер с конфетами вот такими. И у нас там есть конфеты вот таких вот, запахов и вкусов. У нас есть конфета протухшее молоко, кокос, протухшая рыба, клубнично-банановое смузи. У нас есть протухшее яйцо, у нас есть попкорн, у нас есть конфета со вкусом зубной пасты, просто конфета ягодная, конфета со вкусом рвоты, со вкусом персика, со вкусом собачьей еды консервированной, со вкусом шоколадного пудинга, со вкусом козявки или сочной груши, со вкусом грязных носок или тутти-фрутти, со вкусом стриженной травы или лайма и со вкусом заплесневелого сыра или карамельного попкорна. Итак, значит, каждый крутит, правила игры такие, каждый крутит рулетку, и какая ему конфетка выпадает, он ее пробует и должен посмотреть, отличить, какой же будет вкус. Ну, давайте посмотрим, что же случилось. Итак. Крути цвет, давай. Ну, синий, выбирай синий. И давай, давай, каждому конфетку давай пробовать. Себе. А, себе? Да, пробуй. А, да, давай. Заметил. Молодец. Что это у нас интересно, да, синее здесь? Да, да, шьёшь, синий. Все, теперь кушай. А теперь чья очередь? Настя. Все, давайте посмотрим, что у нас Даша попалось. Что за вкус? Что за вкус? Что за вкус? Мята? Это, наверное, трава стриженная. Нет, это паста. А, паста. Зубная паста? Да? Вкус зубной пасты. Ой, Настя. Дайте-ка я блюдечко достану, чтобы можно было на него сплёвывать всем. Так, держим. Настя теперь вращает рулетку. Что там тебе попалось? Настя, надо зеленый. Да, это... Зеленый, что это такое? Это... А, это вкус козявок? Да. Нет, спасибо. Мама хлюздит. Так, 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 Серега. Ну-ка, что у тебя, подожди, ну-ка. Ну, то же самое. То же самое? А я могу оттуда идти. Выбираем. Вот, вот. Так. Как? Сопля? Ничего сопля? Значит, у тебя мама. Серега, вкус детства, да? Да, да. Я лайм взял. Да, я своя очередь. Так, мама, что у нас? А у меня? У тебя? О, рыба! Вкус тухлая рыба. Все, да, как Настя, это? Где вот ты тухлая рыба? Да, этот. Стой. Или это... Нет, это вот. А у меня вот. Это должна быть так просто желтая, без пятна. А, вот. Peach barf dead fish. Ой, ай. Так, где у нас там тухлую рыбу, найдите, пожалуйста. Я иду. Так, Даша ждет теперь свою очереди. Вот. Да? Да, мне кажется. Что да, это вот такое? Да. Это кто? Тухлая рыба? Да, рыба тухлая. Мама, ну-ка. Итак. А вам это нравится. Кто сможет съесть еще задание, у кого самый челлендж, кто сможет съесть? Я тоже. Пап на очередь. На вкусно. Мама. О, мама. А мама прыгал, кажется, рыбу свою духу. Моя папа с гавы. Моя папа. Вкусно, это не рыба. У тебя тоже козявка или... На. Ну-ка. Открой рот. Ну да. Давай дальше. Может быть трава. Не, не трава, а это лимон. Так, постойте. А нет, у Даши должна быть сочная груша здесь. Да, груша у нее. Давай. Давай грушу бери. Ну-ка. Может быть вкусная? Боже. Ну даже не вкусно. Ты даже не откусила. Ты даже не раскусила. Ну ладно, папа, теперь твоя. Так, я давай. Итак. Я вращаю свою рулетку, и мне попала груша. Нет, я хочу что-нибудь интересное. Давайте еще раз. Так. О! Попробуйте.
Ягоды. Нет, давайте что-нибудь такое пикантное. О, шоколадный пудинг. И да, шоколадный пудинг со вкусом консервированных собачьих консервов. Мясом дает немножко. Понятно? Ничего съедобного. Выплюнуть? Нет, папа, пудинг попросил. Зачем? Она нормально. Давай, Настя, теперь. У тебя пудинг попросил? Моя. Так, теперь Настя. Ну, у меня нормальная попалась. А что я сидит? Настя, у тебя что? Stinky socks. О, грязные носки у Насти. О, ты можешь мой взять на покат? Вот. Где грязные носки? Давай попробуем. Я ни разу не пробовал грязные носки на вкус. Ну, как тебе фут? На нюх пробовал, а на вкус ни разу. На вкус моя, вот что же? Да, смотри, я посмотрю. Так, ну-ка. А до кушать слабо, Настя. Давай, давай, даешь. Так, переходим на Серегу. Я хочу какой-то вкусный есть. Что тебе там попалось? Нет, давайте не будем клюздить, выбирай один раз. Ну ладно. У меня. Да, у Сережи что-то. Да, ты попробуй. Нет, сейчас. Так, Серега, что у тебя давай? Нет, у тебя яйца. Яйца. Яйца тухлые. Тухлые яйца, срочно в студию. А, во. Какой цвет там? Так. Вот этот. Где тухлые яйца, Серега? Нормально? Попкорн. Наверное, тебе попкорн с карамелью попался. Или попкорн со сливочным маслом. Так, кто следующий? Моя мама? Моя у нас... Буся, мам. Дальше на очередь. Нет. Итак, что мы? Даша себе поставила что? У Даши вкусный. Что Даша выбрала? У Даши разноцветный, на. Это вкусный, у тебя tutti frutti, на. Попробуй, Буська. Не как няня. Не, не как няня, откуси, ну-ка. Попробуй. Вкусный. Что же у нас такое? Ой, такое съедобное? Вкусно. Ничего? Что это было дальше? Салфетку срочно, вот на салфетку. Что это такое, Буся? Что тебе попалось, Даша? Даша побежала мыть рот. Запей водичкой, Даша. Даша, срочно нужно понадобилась медицинская помощь. Даша, самая хорошая в мире. Хорошо, мам, у тебя... Что, мама тут? У тебя или сын? Или папа. А, у мамы тухлый сыр с плесенью. Даша, твое лицо. Мама вкус. Да, мама, это правда. Так, мамуля, ну-ка. Даша, посмотри на маминое лицо. А что мама сделает? Давай посмотрим. Мама сейчас мужественно проглотит. Вкусно? Ну как? Да нет. Мама. Мама, это что, сыр, да, мам? Такое не опишешь за словами. Попкорн, мам. О, мэн. Что тебе попалось, Настя? Или персик. Это такое? Или персик, или барк. Мне-то попалось, пиздец. Так. Я попалась вот. Даша попался носки грязные. Мой корн, попкорн. Я попалась. Даша, я боюсь. Я попалась как Наня. Как у Насти попалась, ничего себе. Я бегаю. Да. Что у Насти? А меня... Так. Вращаем. Даша, покрути папе, пожалуйста. Убери папе такого. Давай, подожди, давай я подержу, а ты вращай. Давай. Что папе поведется сейчас, давай. Выбери самый противный. Ну-ка покажи, давай. Я папе что-нибудь выбери такое интересное. Что ты выбрала? Вот этот? Грязный носочки. Грязный носок? Грязный носочки, да. Давай. Так, папе грязный носок. Давай мне. Еще один носок дайте грязный. Да, вот, Даш. Ну-ка. Нет, не грязный носок, это зубная паста. Ты синий, что ли, папе дала? Да. Так, Серега. Нет, все, у тебя козявка. Хорошо, у тебя peach или barf. Надо, в свою очередь. Сереге попалась рвота. Рвота. Персик или рвота, одно из двух. Давай. Синяя, бери синий. Нормально, Серега? Подожди, Серега.
Серега, не-не-не-не, Серега, Серега, съешь! Съешь, 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 Серега, съешь! Серега, съешь! Черво! Че, рвота попалась, Серега? Рвота? А у тебя вкусно? Я не пьюсь. Попалюка, палюка. Итак, ну, меня штошнит. Ты попробовала? Так, следующий. Заболею. Так, мама. И у мамы теперь синяя. У мамы синяя. Голубая. Голубая. Вы не говорите, просто цвет говорите. Голубенький мама берет. Итак, да. Я больная. Ты больная? Ну да, ты немножко у нас приболела. Сейчас посмотрим, как у нас мама отреагирует. Вкусно? Что там у мамы? Вкус какой? Мне кажется, зубная паста. Мне зубная паста. Хорошо, Даш, у меня белый. А еще что должно быть белый? Это зубная паста. Белый кокос. У меня ягода. Мне кокос не нравится. У меня ягода. Да? Что это, Настя? Молоко. Молоко тухлое. Прокисшее молоко. Чуть-чуть лучше, чем блевотина. Настя, рвота. Я не хочу. Сереге на красненькое попалось. Стой, закрывай рот, Серега. Серега, стой, закрывай рот, Серега. Серега, на. Ну, открывай, Серега, Серега. Серега, давай. Так нечестно не хлюзди, Серега, давай. Серега, что тебе попало? Открывай, там красное что-то попалось. Это поплю, это тебе поплю, что-то поплю. Где красное? Здесь нету красного. Сережа, делай еще раз. Не бери только синее, бери что-то другое. О, рыба. Нет, подожди, какой цвет? Тухлая рыба. Фиолетовый. Вы цвет говорите. Какой? Ну вот. Тухлая рыба, да. Какой? Они так похожи. Да, они специально так делают, давайте. Так правильно, это ты берешь и не знаешь, что тебе попалось. Ты кушаешь, да, что у тебя тут... может быть или хороший, или плохой. Здесь два. Вот, так, да. Сергей, вот этот цвет. По-моему. Какой цвет? Так вот бери. Как вот такой? Итак. Так, сейчас это будет или хорошее, или плохое. На. Так, Серега, на. Серега. Ну как? Нет, съедобно. Что это? Серега, рыба? Что это? Рыба? Слушай, я ни разу тухлую рыбу не пробовал, Серега. А съесть слабо, Серега, давай. Проглоти. Я думаю, вы этого попробуй. Может, не рыба, как мне масло, как попкорн с маслом. Не плачь, все нормально, Даш. Попкорн. Так, я... Не, Серега, нам не надо твое нюх. Не, спасибо, я. Даш, покрути папик, пожалуйста. Цвет говори какой. Даш, скажешь, какой цвет, давай. Давай, для папы. Какой цвет? Красненький. Черный? Там нету красного цвета. Вот это красный же. Настя, это черный цвет, а? Папе, дай черный вот цвет. Да. На, Даша, давай папе. И бери другого цвета. Что, собака? Погоди. Что это у тебя? Cat food? Не, dog food. Собачья еда. Даша, какая у тебя? Не-не-не. Жуй. Нет, ты же паштет кушал. Не, вот Даша черная, на. Глотай. Нет. Нет, черный. Тебя не синяя. Даша, это шоколад может быть. Ешь. Синяя. Не, ешь, попробуй черная, Даш. Синяя вкусно понравилась. Мне такая понравилась. Так, Настя, синенькую. Давайте сейчас дадим. Какой цвет? Розовый. А, розовый давай на нас. Это стинки сок. Да? Я хочу попробовать. Так, розовая. Могу попробовать? Даже не обманывай, это хорошая ягода. А, что это? Рвота? Могу попробовать? А что я на рыбу взяла? Рыбу тухлую. Даша, не надо на стол плевать, если уже скупила. Я тоже не воняю. Моя очередь. Тоже воняет конфетой. Так, мама сейчас... Маме сейчас все хорошее попадается. Должно же повезти. Очень розово-синим. Да, давай, мама, розово-синим. Вот она, вот, мама. А, да, давай. Так. Так, мама, ну-ка. Я попробую. Попей. Нет, нормально. У меня ни разу ничего плохого не было. Кроме собачьей еды ничего не попалось. Давай. Это совсем мокрое. Так, подожди, Сережа.
Это трава. Трава. Да. А у Сереги трава, ну-ка. Точно трава? Сейчас так будет делать Серега. Что, трава? Настя, у тебя что? Трава. У тебя тоже трава? Да. Давайте мне. Не понравилась трава? Давай. Что у Насти? Подходи. Что? Хурень или собачья еда. А, о! Что это, Настя? Собачья еда? Так, у мамы? У меня маме такое? Должно что-то повезти, ну-ка. У меня вот такое зеленое. Что же сдашь, что у нас? Вот такая, да, зеленая? Да. Такая, вот она. Ну, перестань жевать так громко. Что, мама? Мама, что попалось? Мама? Трава. Трава? Мне тоже не понравилось. Ну, трава еще ничего пойдет. Сереге попалось прокисшее молоко. Серега, дыши глубже, дыши глубже. Попробуй. Да, Серега, конечно. Да, меня что. Серега, давай, глотай быстрее. Могу? Даша съел и выплюнул. Я съел. Йогурт, представь, кефир. Кефир, да. Прокиши, протуши кефир, Серега. Нормально? Да, теперь ты выбери другой. Ну ты молодец, Серега у нас пока чемпион. Другой цвет. Самый противный съел конфету. Да. За водой. Так, бери синий. Да за водой, Сергей. Итак, вот это? Мама, нет. Давай. Давай, мама. Мама, давай, давай, давай. Я здесь! О, папа. А что, мама, что ты попалась, мама? Это самое вкусное. Нет, спасибо, здесь тоже может быть прости. Я здесь. Рвот, я видел. Дайте воды. Че, мама, рот попалась? Мне кажется, отрыжка. Че у тебя? А мне кислое молоко. А, ну что? Все, я тоже, все, наигрались. Всем пока-пока, подписывайтесь на канал Даши и не забудьте поставить лайк. Пацан.